Есть одна простая истина, о которой все знают, но не все задумываются. После этого видео вы поймете, как вы, ваше окружение и весь мир может извлечь выгоду из криптовалюты. Криптовалюта имеет ту же цель, что и обычные деньги — использоваться людьми для покупки товаров и услуг, делать платежи и совершать сделки между собой. Технологии криптовалюты позволяют нам использовать деньги более удобно, чем когда-либо. Снизить стоимость перевода до копейки. Больше прозрачности, поскольку центральные банки не могут безгранично выпускать больше банкнот и создавать инфляцию. Больше контроля над своими деньгами, поскольку банки не решают, можете ли вы использовать собственные деньги. И лучшая доступность, так как каждый, у кого есть доступ к интернету, может использовать деньги. В общем и целом, криптовалюта является расширенной версией денег, которые мы используем сегодня. Изначально стоимость денег была обеспечена золотом. С момента отмены золотого стандарта стоимость денег стала зависеть от сообщества. Валюта стала сильнее, когда все больше людей и предприятий начали использовать и доверять ей. Точно так же криптовалюта становится сильнее и ценнее, когда сообщество растет. Это означает, что есть больше людей, использующих, и больше торговцев, принимающих валюту. Чтобы ускорить рост сообщества, требуется широкая экосистема услуг и возможностей. И вот почему, например, Dogecoin фокусируется на создании услуг и партнерских отношений, из которых сообщество сможет извлечь выгоду. Нам нужно увидеть и понять, что все, что мы в настоящее время делаем с обычными деньгами, также может быть сделано с криптовалютой, но гораздо более безопасным, эффективным и удобным способом. В целом, есть две разные группы людей, которые связываются с криптовалютами. Первая группа включает краткосрочных игроков и спекулянтов, которые рассматривают криптовалюту как финансовый инструмент для их личной выгоды. Просто чтобы заработать больше денег и не думать о том, какую пользу криптовалюта может принести окружающим и всему миру. Вторая группа состоит из людей, как пользователей, так и продавцов, которые понимают истинную сущность и преимущество криптовалюты и вносят свой вклад в создание лучшей финансовой системы. Эти долгосрочные держатели и есть те, кто делает огромные успехи в течение более длительного периода времени и затем может использовать эту прибыль, чтобы создать бизнес и создавать новые рабочие места. Делая это, они помогают укрепить экономику, а также благополучие местных общин. Плюс, они также генерируют дополнительные источники дохода для себя, не причиняя вреда другим. Беспроигрышное решение для всех. С другой стороны, краткосрочные игроки и спекулянты стараются покупать дешево и продавать дорого за короткий промежуток времени. Они распространяют новости и слухи, которые помогают изменить цену криптовалюты вверх или вниз для их собственной выгоды, создавая волатильность и быстрое изменение цен. Их единственная цель состоит в том, чтобы обналичить их прибыль. Это действие может быть понятно с точки зрения человека, но это оказывает плохую услугу всем остальным. И в связи с этим, плохую услугу для возможности лучшей денежной системы. Вред исходит от постоянной торговли криптовалютами, которая заставляет цены колебаться. Это вызывает беспокойство и неверие среди обычных пользователей и продавцов. По этой причине система оценки, основанная на фундаментальных общественных деятелях, гораздо стабильнее, прозрачнее и удобнее для всех. С фундаментальной оценкой криптовалюты могут оказаться в ситуации, где больше людей, которые хотят купить, или больше людей, которые хотят продать валюту. В этих случаях процедура обмена может занять некоторое время, которая, в свою очередь, побуждает людей идти и покупать товары и услуги от торговцев, использовать монеты. Поэтому вместо отправки монет на биржу для продажи, мы связываем их с торговцами, чтобы они могли использовать свои монеты. Ведь это то, для чего предназначены криптовалюты. Всякий раз, когда члены нашего сообщества должны купить продукт или услугу, они всегда предпочитают компанию, которая принимает DAX. Это сила сообщества. Увеличивая потребление, мы можем оживить экономику и поддержать торговое сообщество, помогая им генерировать больше доходов от бизнеса.
Более сильное торговое сообщество делает использование монеты легче. Чем больше использование криптовалюты, тем выше ее ценность. Большое использование может быть достигнуто только в случае огромного и широко распространенного сообщества. Это занимает время. Так что самые большие выгоды будут, конечно, хорошей наградой для терпеливых. Расширение крипто невозможно остановить. Вопрос не в том, если, а когда мы победим. Сейчас самое время выбрать криптовалюту на длительный срок.